Здравствуйте, так приятно быть у вас. Жената пасюс лабы малону будь. Слава Господу за вашу церковь. Пошлови Вешпатю из Юсу Божниче. Знаете, такое Божье присутствие, что я даже думал, может быть, не надо мне выходить уже. Жената тот сделал бы вымаз, когда будут мане уже наберейка помогславте. Такое чудесное прославление и поклонение. Пыку шловнимас и гарбинимас. Слава Господу. Шлови Вешпатю. Знаете, друзья, как важно ценить нам то, что мы имеем. Жена, как реке брангей, как реке брангинте, ты ко мне стурим. Это божественный принцип, что ты родишься с принципа. Нас может благословить только то, что ты ценишь. Мус гали полей, полаймите, ты ктай, ты ко ту вертини. Только то, что ты ценишь. Ты ктай, ко ту вертини. Это и может тебя благословить. Ты ктай, ир гали тапти тау полайминиму. Поэтому цени свою церковь. Тодел вертинг свою божниче. Цени пастора. Вертинг пастору. Группа прославления. Шловинимо группе вертинг. Братьями и сестрами. Бролюс и сесес вертинг. Цени свою семью. Вертинг свою шейма. Цени своего мужа. Ир саву вира вертинг. Цени свою жену. Ир саву жмона вертинг. Цени своих детей. Вертинг саву вайкус. Не надо хвалить соседских детей, своих хвалить детей. Не рейкя каймину вайку гирте, савуасус вайкус гирките. Знаете, как иногда родители говорят детям, вот смотри, какие там послушные дети. Что такое, как ты стеряли, саку саму вайкам, жюри, коги каймину вайкай глусус. Хвали своих детей. Гирк саву вайкус. Знаете, Библия говорит, что глаза глупца на краю земли. Знаете, Библия сама, как квейлю аки с земли с покрышти. Он всегда где-то в поиске чего-то, где-то там далеко. Если задавай, что Ильешку, кашкур, кашкота, на и то ли. Но мудрый он видит перед собой. Да ты ж винтинга, си смату пьешь из себя. И, друзья, знаете, так, такая привилегия служить нашему Богу, который просто любит тебя. Это ира такая привилегия тарнаути Деву, который ставе мили. Бог исполняет желание твоего сердца. Дело сошлил до того, что сердце трошки мозга. И тебе, может быть, кажется, что твое желание может быть, ну, не совсем важное для Господа. Галбут та отроду, как того нора не ира деву и лабы сварбус. Знаете, один пастор, он однажды со своей семьей выехал на пикник. Знаете, а карта один из пасторов со шеймой швазжаву и пикник. И там было такое озеро. Ир там был озеро. И дома сразу возле озера. Ир при озеру был на мы. И вот, когда они были на пикнике, и когда я была в том пикнике, и вот дочь маленькая дочь взяла с собой маленького котенка. Ее дублинка, карту со своими посеми мажити котенка. И пока они там общались, кушали, и кол ей там бедраво, кол валиги, этот котенок полез на дерево. Та с котенка сели по имени. И они хотели достать его. Я норю ей посекти. А он еще выше, еще и выше. И даропшу, и даропшу. И этот пастор говорит, у меня есть идея, как достать этого котенка. И пастор говорит, аж турю минти, как посекти котенка. Потому что дерево, оно было такое не очень старое, молодое еще. Не знаю, мяти с тобой плона сырьяунас. Он говорит, у меня в машине есть трос. Саку, аж турю машину я вала. Мы сейчас привяжем дерево к автомобилю. Мы с тобой перелищем мяти при автомобилю. И говорит, я буду потихонечку ехать. И саку, аж поможу, кай свожусь. И это дерево будет наклоняться. И что-то с мяти слинкс, не с тас троса ситроус. И когда оно наклонится, возьмите этого котенка. О, кайсы, ну селянь, тогда поймите какие-то так котенели. И вот они привязали это дерево. Не подарите, это мяди прилишок для автомобиля. И вот он понемножечку газует, газует, и газует. И вспомогу, кайс, вожу, вожу, вожу. И дерево уже наклонилось очень сильно. И мяди все лобы стипрей по линку. Но в этот момент трос оторвался. В этот момент троса с трунком. И этот котенок улетел. Это с котенок из скрида. И так далеко улетел, что они не могли его найти. И лисну скрыто так только, я не могли ее сурасти. Они, конечно, расстроились. Жена моя лисну людо. А через несколько дней этот пастор пришел навещать одну семью. О, по келету дену, что с пастором стоит планкити вена шейма. Ну, семью из церкви. Вена шейма, кури, и из пожничев. А они жили недалеко от этого озера. Я гляну на то лино, то озеро. И вот он общается с этой семьей. И лис бентрауя с этой шейма. И вдруг видит какой-то знакомый котенок. И мату почистого котенка. И он говорит, сестра, ну, это хозяйки дома. Это еще миненький, саку, сосуа. А что это за котенок? Кашек, как котенок. Пастор, вы не поверите. Саку, пастор, вы не поверите. Это Божье чудо. Ты девус, это буглас. Говорит, моя дочь хотела котенка. Мама дукра норио котенелю. Она просила меня, просила. И посмотря, пращи, пращи. А знаете как, мы же не всегда хотим, чтобы у нас котенок жил дома. Вот что-то мясо не высота норим, как котенка спасмус на ней. Но эта женщина была мудрая. Да что там вот из больше ментинга. И она говорит своей дочери. Я не саку саму дукры. Ну молись Господу, если он тебя с неба скинет. Прощи, Господи, я и выставишь дангау скину мяс, ну лейс. То будет тебе котенок. Тогда ты лейся котенка.
Я говорю, пастор, вы не поверите. Я говорю, пастору, вы не потикеете. Прям с неба пришел котенок. Котенокас нукрито из дангоуст. Тебе кажется, молиться о котенке, но неужели это духовно? И там как будто отроду, мельстись для котенока, неге ты двасишка. Но Господь исполняет желание сердца. Я ж потешил до сердец, дружки мой. Может быть, тебе кажется, что твои молитвы такие недуховные, ты просишь там о каком-то котенке. Там отроду, когда ты молился, уступился не двасни, и ступил, прошей кашку котенок. Вери, Господь даст тебе. Ты кем веришь, что стал едос? Но поймите, друзья, что, конечно, наша вера, она должна быть такой реальной. Да, супрацкая, как мусу текейма, со стури будет тот реалус. Потому что духовную жизнь невозможно сымитировать. Нес имитует от вас ню гивенему не иманума. Потому что имитация не приносит силы. Нес имитация не отнаша легос. Вот почему иногда мы исповедуем, и ничего не происходит. Штей, когда нас ишпажистам, и неку не ивикста. Это знаете, как жил один атеист. Taip kaip žinot, gyveno ateistas. Nu, ateistas, on į Bogą nevėrėjo. Ateistas, juk netikė Dievu. A rėdam, jo sosėd buvo vėrušiai. O šalia gaimynas buvo tikintis. Ir to vėrušio buvo tokia krasyva lošėčių. Ir tas tikintysis turėjo labai gražų žirgą. Ir on pasavė katalsė, tad vėrušiai netė lošėčių. Ir jis jodinėdavo ant to savo gražuolio žirgo. Ateist galvoja, dumai, как мне хочется покататься на этой лошади? Ой, ты стас головой, как я хочу поюдинеть эту арклю. И однажды он приходит к этому верующему и говорит, дай мне покататься на твоей лошади. И риск картина постатикинти и саму топ мог поюдинеть этого арклю. А верующий говорит, так а как ты будешь на ней кататься? Она понимает только христианские команды. Он сказал, как ты отец уединеси, я говорю, на этой крещенешка с командой субранта. Он говорит, так научи меня, я поеду. Он сказал, ты шмоки к мне и расчесю. Он говорит, ну хорошо. Сказал, говори. Говорит, смотри, если ты хочешь, чтобы она ехала, говори, слава Богу. Я его тут норика на его, тут ты сакик, слове дьявы. А если ты хочешь, чтобы она остановилась, говори аминь. Я его норика цусто, тут сакик, амен. Ну, это, думаю, ну так все просто. Все головой, ну, вискащало бы попросто. Вот он сел на телегу. Из седу и вешмели, и вешима. Взял вожжи. Пойми его час. И так, слава Богу. И сады, слове дьявы. И лошадь едет. И раклис поживает. И он еще так, слава Богу, слава и Богу. Слове девы, судом моделем. И она все быстрее и быстрее. И та жирга свежая без гречо и гречо. И вот он уже такой довольный, лошадь мчится. И та раклис только сын лаймингас здесь ок шолюет. И он, слава Богу, слава Богу. Ой, сын шоке, слове девы. Но вдруг вспоминает, стыка присимена, что там в конце поселка обрыв. Катен, каймелю по крашти, и ра токя, ну, ножуми, скардис. И он забыл, как же ее остановить. И спамиршу, как Иисус стабдите. И хоть он был и атеистом, но он начал молиться уже. Но с Богом атеиста, с испродеем мельстас. Господь, да помоги мне. Вешпать, я подек ман. И вдруг он вспоминает, что чтобы остановиться, надо сказать слово аминь. И стыга при себе, как отказ устотрики, постаките жоди амен. И вот лошадь уже над обрывом. И я атлис приопад, то скарджо. И он так, аминь. И все саку, амен. И она так застыла. И раклису стингом. И он так, слава Богу. И я сказал, а, чудевый. Поэтому, друзья, надо знать, что ты говоришь. Дорогие, реки, женоти, кату сакай. Хорошо, давайте мы откроем несколько мест из Библии. Отсвязим кельта Библию свету. Евреям 11 глава, 1 стих прочитали. Жидам с венолита скирюсбус, пермай луте. И затем мы посмотрим Римлянам 8 главу. Обуто пожелесим ромечам со штунта скирю. Я прочитаю. Аж поскорее. Тема моей проповеди будет называться «Сила воображения». И мано помогло сводиться «Воиздуатись ега». «Сила воображения». «Воиздуатись ега». И здесь сказано. И че ира посакита. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Тикеймас уштикрина тей ко вилямис ир породо тей, ко не матоме. Заметьте, вера есть. Отсмикайте, тикеймас. Осуществление ожидаемого. Тай ира ишпильдимас току лауки, уштикрентумас. То есть осуществление того, что ты ожидаешь. Ты речь, ишсипильдимас току ту лауки. И невозможно ожидать одного, а получить другое. Ир неиманума лаукти вена угаути ка кита. Невозможно получить, ожидать одного, а получить другого. Неиманума лаукти вену гаути кита. Знаете, иногда люди, они в таком страхе живут, они говорят, вот зима, вирус гриппа. Жмонис гивена токой байли, что зима, гриппо вирусас. И они как бы ожидают, вот, что вирус гриппа. Ир я лауки ту гриппо вирусу. Но исповедует Господь мой целитель. Бет ишпажиста, вешпац ману гидитес. Нет, если Господь твой целитель, тогда и ожидай, что ты будешь здоровым.
Bet jeigu viešpats savo gydytojas, tai ir laukia, tu būsi sveikas. Amen. Я недавно пришел в парикмахерскую. Аз не си не отивал в кирпикла. Знаете, дьявол всегда работает через страх. Знаете, байми всегда, вернес всегда веки пер байми. И я слышу, как одна женщина в парикмахерской, ну, которая работает, говорит другой. И аз гирчу, как та мотель, с которой дырба кирпикла, китай сако. Говорит, она рассказывает, как она сильно переболела гриппом. Я пасываю, как она из сумки истерла гриппу. И она должна была меня стричь. И я турею меня кирпти. И она одевает такую марлевую повязку огромную. И она усидела та кауке токе, антвейду. А я говорю, что это вы одели? И расчист такой, о, как же сидеют? Она говорит, вы знаете, у меня был такой вирус гриппа. Что я штурил токи вируса? И заразилась я от одного тут клиента, он пришел, у него были остаточные явления, и я тоже заразилась. И что я усикричал на клиента, посидай богу, лобы это сищрек, что с гриппа все равно я усикричал. А я говорю, снимите эту повязку, я не боюсь. Вообще, сказал, ну снимите та кауке, а что не бью? Потому что я на самом деле верю, что Господь мой целитель. Я в секрете верю, что Вешпац мой гидитоя. Поэтому я хочу подчеркнуть вот эту мысль, что вера есть осуществление ожидаемого. То дело, что я побрежу, что там нити, как тикеемас, ира уштикрентумас току ашлаукю. И теперь прочитаем Римлянам 8 глава. И теперь поскидись, Ромнечам за Штоне. И прочитаем 6 стих. Шештай луте. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Кунешкас мастимас – тай миртис, о двасышкас – гивенимас ир рамиве. Заметьте, помышления плотские – суть смерть. Открепьте демеси – кунешкас мастимас и рам миртис. А помышления духовные – жизнь и мир. О двасышкас мастимас – гивенимас ир рамиве. Знаете, иногда люди задают вопрос. Карты жмонис ждут от этого глазума. На самом ли деле мысли человека имеют силу? А из секрую уж могу сменить историю Ега. Я не знаю, имеют ли мысли человека силу. А что я знаю, уж могу сменить историю Ега. Но я знаю одно. Это же новина. Что наши мысли. Кат мусу ментис. И наши слова. И мусу жоджи. Может использовать или Бог, или дьявол. Йос гали понаудоти арба дьявос, арба вельнос. Смотря то, о чем ты думаешь и о чем ты говоришь. Приклосу на то, ка ту головой и ка ту кальби. Я не знаю, имеют ли силу наши мысли. Аш не жена вар мусу минти истори ега. Но я точно знаю. Бет аш тикрей женау. Что если твои мысли в рамках Слова Божьего. Кад яйгу таво минти сира дьяво жоджо ремосе. Ты ожидаешь божественных благословений. Ту лауки девушку палайминиму. Бог будет использовать твои мысли. Вешпац панаудос тавасис минтис. Чтобы тебе помочь. Там, кад тау падети. Если же в твоем разуме страх и твои слова неправильные. Яйгу таво проти ира байми ир таво жоджи нетейсинги. Дьявол возьмет твои мысли и твои слова и будет наносить тебе ущерб. Вельнес паимс ир таво минтис, ир таво жоджис ир отнеш тау нуастули. И мы прочитали о том, что наше состояние и духовное, и душевное, и физическое зависит от помышления. И мы перескажем, как мусу бусена и физине, и двасине приклосу на мусу минчу. Итак, моя тема – сила воображения. И моя тема – это воиздуотись ега. Что такое воображение? И кас ты ира воиздуоти? Воображение – это способность человеческого разума представлять. Это ира сугебеемас жмогышко проту и сивоиздуоти кашка. Способность человеческого разума, я бы даже сказал, фантазировать. Аж не тебе посакичал, когда ира сугебеемас фантазуоти. Главное, чтобы твои фантазии были в рамках Слова Божьего. Сварбеюся, когда твои фантазии будут Дьяво Жоджо ремосе. Это способность представлять даже того, чего нет. Ир тас гебеемас нетги тау нупеша тай, ко нера. Это способность к сознательному, намеренному. Это ира сугебеемас самонингой, тикслингой. К намеренному построению каких-то образов в своем мышлении. Тикслингой статите выездению с самого выездотия. Образов ожидаемого будущего. Выездению стейко лауки и шатейтес. Эти образы, конечно же, нереальны для наших органов чувств. Жинома, те воздания ира нереалус мусу яусмам, мусу кузы. Своими глазами ты не можешь это увидеть. Ир саво акимисту негали то поматите. И ты не можешь потрогать это руками. Ир то полезти ранкомис негали. Но в твоем разуме. Бет таву проте. Это реально. Ты ира реалу. И надо понять, что Бог нас создал такими. И реке супрасти, когда и делас мус токей сукури. Некоторые люди думают, что Бог создал дух. Кай курьеш монес головой, когда девас сукури двасе.
А наш разум, ну это так, не стоит внимания. О, мусу прото стоит четик шейп, со здесь неверто с демесю. Вы знаете, даже Библия говорит, что Господь хочет, чтобы мы имели разумное служение. И бед Девас неги саму Библию и сако, кад Ис нори, бед мест туретуме протинга тарнавима, и шману тарнавима, и шминтинга. Поэтому Бог создал и твой дух. Тогда Девас сукури и того двасе. И твою душу, и твой разум. И того села, и того прото. И все это должно приносить тебе благословение, если ты правильно это используешь. И все это должно отнести тебе полайвенима, если ты все это действительно наудои. Разум имеет память и имеет воображение. Протас должен отменить и должен воздуть. Память – это способность воспроизводить то, что было в прошлом. Отменитис – это ушфиксуать и присоединить то, что было в прошлом. Как бы способность восстанавливать события прошлого. Гавеймас отстатити пройдес ивикюс. Этого тоже уже нету. То ты потем не ра. Но твоя память воспроизводит события прошлого. Бе того отминтис сукуря ищеля тос пройдес ивикюс. Память также может или благословить тебя, или принести проклятие. Отминтис тейпат гали. Арба тебе полайнити, арба отнешти прокейкима. Замечали ли вы, что когда вы переживаете что-то из событий прошлого, когда вы вспоминаете, вы даже переживаете чувство? А юс постебеете, как тогда, когда юс изгивянете вел и шнаую саву прайти, как негде ты ее смы стампа. Юс это еще учат. Потому что для разума это реально. Не спроту это игра реалу. И многие люди ир дом шмоню нуждаются в исцелении памяти. И им реке отминтес изгидимо. Потому что их память держит их там в прошлом. Nes jų atmintis laiko juos praeiti. Они снова и снова допускают эти переживания прошлого. И jie vis leidžia tai praeičiai juos pasivyti. Не понимая, что так же, как воображение, так же и память имеет силу. Nesuprasdami, kad taip kaip vaizduoti, taip ir atmintis turi jėgą. Поэтому Давид, он побуждал свою душу вспоминать благодеяния Божьи. Todėl Dovydas jisai skatino savo sielą prisiminti viešpaties palaiminimus. Иногда почему-то нас, так знаете, влечет пережить что-то из прошлого в память. Картой стесек, мусы стесек, ну, долго изгивенте та самопроидесту сивикюс. Я учился в интернате. Аж могюсь интерната. Я знаю, есть ли, не знаю, есть ли на литовском слово интернат? Интернат. И знаете, я помню некоторые события вот из своего детства. Аж присыману кайгурю сивикюс из своего вайкистис. У нас был такой школьный корпус там. Так было мокиглос далис. И был спальный корпус. И мегамой далис там интернате. И между этими корпусами был такой, знаете, узкий коридор такой длинный. И так тут двею пастату далю было сеурас юнгентис коридор. И иногда вечерами. Картис вакарейс. Когда в этом школьном корпусе никого не было. Ты мокиглос корпусе никого не будало. Я просто приходил туда. А что на тейдово? И там было под лестницей такое, знаете, такое место, где меня никто не мог видеть. И там из полыты из было такое место, кроме меня снега не велел матить. И я сидел там часами и о чем-то переживал. И раз ты сидел воланду валандас и дел кашкоды перегивендовал. И знаете, прошло уже много лет. И проил долг менту. Я уже давно закончил школу. Аж сильнее бы ему кикла. Но за это время несколько раз, хотя это далеко от моего дома. И бед перталейка, келя та карту, но стей поканкамай тулино ману наму. Я приезжал туда. Аж отвожил тен. И эта школа интернат, она уже заброшенная, там никто не учит. И там мокикла интерната, все сильнее оплестас, не стей у сильнее никак не бесимоко. И последний раз я там был несколько лет назад. И последний карта, что там был при шкеле та мяту. Я приехал, там уже заброшенные здания. И аж отвожил при ту оплесту наму. Там выбиты все окна. Так будешь лужить лангой. И я зашел туда. И расчеял. Я нашел там место под лестницей. И расшагал та вета по лыптис. И я стоял и вспоминал. И расстовел и присеменил. И знаете, когда мы вспоминаем эти чувства, как будто возвращают нас это время. И когда место и присеменом, я усмей ему старцы нукеля от галыта лайка. И иногда нам необходимо исцеление памяти. И каждый из мум сей калинга от ментеси жгидимас. Некоторые люди боятся начать что-то, потому что в их памяти провалы прошлого. Kai kurie žmonės bijo kažką pradėti, nes jų atmintyje yra praeities kritimai. Или же Господь уже простил тебя и освободил и очистил, но ты все еще в прошлом. Арба Вешпац тау отляйдо, таве отвали, бе ту виздар гивени тоя пройти. Давайте посмотрим одно место из Библии. Пожирейки мне на вето из Библиос. Это Езекииля, глава 21. Езекиелю 21. Я прочитаю из 24 стиха.
21 глава книги Иезекииля. Здесь сказано, поэтому так, посему так говорит Господь Бог, так как вы сами приводите на память беззаконие ваше. Todėl taip sako Viešpats Dievas, jūs patys atvedate į savo atmintį jūsų neteisumą. Сами приводите на память. Patys atvedate į savo atmintį. Иногда люди думают, что воспоминания это нечто, что может нахлынуть на них и неконтролируемо. Ir Viešpats galvoja, kad atmintis tai yra kažkas, ko negali kontroliuoti, kas juos užplūsta tiesiog banga. Но память, bet atmintis, она так же, как и воображение, ей лигия, как и воздуоти, подчиняется твоему духу. Ей поклуста того дваси. И тебе не надо жить в прошлом. Ir tau nereikia gyventi praeitim. Тебе не надо жить в прошлом. Tau nereikia gyventi praeitim. Может быть, кто-то из вас сделал ошибки в прошлом. Galbūt kažkas iš jūsų padarė tą klaidų praeityje. И это препятствует вам иметь благословение сегодня. Ir tai jums trukdo turėti šiandieną palaiminimą. Но Господь желает также исцелить и твою память. Bet Viešpats nori išgydyti ir tavo atmintį. Библия говорит, если ты во Христе, то это новое творение. Библия сако, jeigu tu Kristuje, то esi naujas kūrinys. И может быть, ты приводишь на память какие-то вещи, которые Господь уже простил. Ir galbūt tu susigražini savo atmintimi dalykus, kuriuos Viešpats tau seniai atleido. И дьявол приходит и говорит, ты недостоин. Velnias ateina ir sako, tu nevertas. Ты недостоин принять исцеление. Tu nevertas priimti išgydymo. Ты нуждаешься, возможно, в исцелении памяти. Galbūt tau reikalinga atminties išgydymas. Мы возвратимся сейчас в Иезекииля, но mes tuoj grįšime į Ezekielį. Еще очень быстро посмотрим Бытие 41 глава. Bet dar greitai pažiūrėsim Pradžios 41. Здесь об Иосифе. Čia bus apie Juozapą. Вы знаете, Иосиф, он несправедливо пострадал. Žinote, Juozapas nukentėjo neteisingai. Кто помнит историю Иосифа? Kas prisimena Juozapo istoriją? Братья продали его в рабство. Броли пардави вергия. И там его обвинили. Ten jį apkaltino. И я уверен, что Иосиф имел так много душевных ран. Ir aš esu tikras, kad Juozapas turėjo labai daug sielos žaizdų. Но Господь хотел использовать Иосифа. Bet Dievas norėjo jį naudoti. А для этого o tam ему необходимо было изменить Иосифа. Jam buvo būtina pakeisti Juozapą. И даже исцелить его воспоминания. Ir netgi išgydyti jo atmintį. Бытие 41. Pradžios 41. Вы можете не открывать, можете открыть. Galit verstis, galit. Я прочитаю 50 стих. Aš paskaitysiu 50 eilutę. До наступления голода у Иосифа родилось два сына. Prieš užeinant bado metams Juozapui gimė du sūnus. 51 стих. И нарек Иосиф имя первенцу Манасия, потому что говорил он: Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. Juozapas pirmąjį pavadino Manasu. Dievas leido man pamiršti visą mano vargą ir mano tėvo namus. Родился сын. Gimė sūnus. И он назвал его Манасию. Ir jis jį pavadino Manasu. Потому что всякий раз, когда он звал своего сына, и он назвал это имя Манасия, ir nes kiekvieną kartą, kai jis šaukdavo savo sūnų Manasai, он вспоминал о своем исцелении. Jis prisimindavo savo išgyjimą. Смотрите, как он сказал, Бог дал мне забыть все несчастья. Žiūrėkit, kaip jisai sako, Dievas leido man pamiršti, arba davė man pamiršti. Бог дал мне забыть все несчастья. Dievas davė man pamiršti visas nelaimes. И тогда, знаете, когда с некоторыми людьми разговариваешь, ir kai kalbi su kai kuriais žmonėmis, они так много могут рассказать из прошлого. Jie gali labai daug papasakoti iš praeities. И бывает такое ощущение, будто они живут там. Ir toks jausmas, žinote, būna, tarsi jie ir gyvena toj praeity. Я даже смотрю, что вот такое поколение, может быть, в Литве этого нет, но у нас в Беларуси есть поколение постарше, живут в советском прошлом. А что, не знаю, в Литве, galbūt, он не рай, бет пас мус в Балтарусию, ира карта, кури гивена тарибиня праитими. Они забыли про эти очереди, про дефицит. Я помиршу и дефицит, я помиршу тас эйлес. Про то, что человек не был свободен. По апяты, как жмогус не трио лайсвис. И дьявол их там держит. И ее свельнес там лейко. Запомните принцип. Ir principą. Там, где дьявол тебя, если дьявол тебя держит в прошлом, jeigu velnias tave laiko praeityje, только в прошлом,
тик пройдя. Ты не можешь войти в будущее. Ты не могли ейти и отойти. Забудь про прошлое. Помирш пройти. Даже если Бог тебя благословлял, поблагодари Господа, но верь, что есть более лучшее. Netgi jeigu tave laimino, tu ją praeityje viešpats. Pamiršk apie tai ir lauk, ateityje yra geriau. Знаете, некоторые даже верующие, которые вот 20-30 лет, они уже в Боге. Знаете, некоторые тикинтеи, которые 20-30 лет в Деве. Они собирают вокруг себя молодых верующих. Jie surinka aplink save jaunus tikinčiuosius. И говорят, вы уже ничего не увидите, вы ничего не видели. Sako, jūs nieko nematote ir nieko nepamatysite. Вот мы в 80-х видели все Божие. Štai mes 80-aisiais matėm dieviškus dalykus. Вот в 90-х я однажды привел человека к Господу, и была великая Божья слава. 90-aisiais aš atvedžiau žmogų pas Dievą, ir buvo didžiulė Dievo šlovė. Слава Господу за это. Ačiū Dievui už tai. Ты можешь иметь награду за это. Tu turėsi už tai atlygį. Но поверь, что есть великое будущее. Bet patikėk, kad yra didinga ateitis. И смотрите, Иосиф говорит, Бог дал мне забыть. И жрекит Иосифа сако, Девас давай ман помиршти. Все мои несчастья. Висас ману нелаймес. Даже Господь настолько изменил его сердце, Иш пасикетек пакете ее ширди, что он благодарил Бога за свое прошлое. Кад из декою Деву иш саву прайти. И когда братья пришли к нему, ир кай пасиет ее броли, он не сказал им, если им не пасаки, прощаю, но не забываю. Отледжу, бен не помиршту. Некоторые верующие говорят, я зла не помню. Kai kurie tikintieji sako, aš pikto neprisimenu. Приходится все записывать. Prisėda viską užrašinėti. Он сказал своим братьям. Jis pasakė savo broliam. Не вы, но Бог меня сюда привел. Не jūs, bet Dievas mane čia atvedė. Поблагодари Бога за свое прошлое. Подихов Dievui už savo praeitį. И давайте посмотрим теперь 52 стих. Ir dabar pažiūrim 52 eilutę. А другому нарек имя Ефрем. Antrąjį jis pavadino Efraimu. Потому что говорил он. Nes jis kalbėjo. Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Dievas padarė mane vaisingą mano vargo šalyje. Бог сделал меня плодовитым. Dievas padarė mane vaisingą. В земле моего страдания. Mano vargo šalyje. Вначале Бог исцелил его память, и он забыл все прошлое. Iš pradžių viešpats išgydė jo atmintį, ir jis pamiršo praeitį. Знаете, исцеление памяти, это даже когда ты уже и боли не чувствуешь какой-то. Žinote, išgydymas atminties, tai netgi tada, kai tu jau nejauti skausmo. И только теперь, когда Бог исцелил его память, он стал способным к тому, чтобы принести плод. Ir tik tada, kai Dievas išgydė jo atmintį, jis tapo gabus atnešti vaisių. А некоторые друзья так начинают рассказывать о своем прошлом. O kai kurie, žinote, taip pradeda pasakot apie tą savo praeitį. Что такое ощущение, что им это нравится. Kad toks jausmas, jog jiem patinka ta praeitis. Ты спрашиваешь, что делает Господь? Tu klausi, ką daro Dievas? Он говорит, ну, аллилуйя, слава Богу. И я sako, аллилуйя, ačiū Dievui. Но когда ты его спрашиваешь, а как вообще ты в мире, как, что в мире было, когда ты жил в мире? О, когда ты поглаши, как было по тебе, когда ты гивенай по сауле? И вдруг некое помазание на них сходит? И рудожение по тебе вас. И в таких подробностях. Или китоки, смулькмен. Какие они были крутые. Какие я был кетуалей. Как все было, какие мы были такие особенные, такие, знаете, люди. Какие были, знаете, ипатинги жмонец. Забудь. Померш. Ты во Христе новая тварь. Ту Христуя, новая скулинис. Но я все-таки о воображении говорю. Да та ж колбами воиздуете. Итак, смотрите, если память это воспроизведение событий прошлого. И жнуте, я его отметис, откуда то Иисус пройтись ивикюс, ее сушфиксуя. То воображение. Ты воиздуете. Это способность воссоздавать, как я уже сказал, образы будущего. Ты ира гебеемас курти атеитес павеэкслус. Вера – это осуществление ожидаемого, того, что ты ожидаешь. Tikėjimas – tai išsipildymas to, ko tu lauki. Это расчет на наступление какого-то события, надежда на будущее. Tai yra kažkoks tai, ну, skaičiavimas, viltis ateities. И смотрите, как воображение работает. Ir žiūrėkite, kaip veikia ta vaizduotė. Человек может быть бедным. Žmogus gali būti neturtingas. Несчастным. Nelaimingas. И в данный момент он ничего не имеет. Ir šiuo momentu jis nieko neturi. Но в чем сила воображения? Bet kame yra vaizduotės jėga? Он может увидеть картину совсем иную. Jis gali pamatyti visai kitą paveikslą. Через Слово Божье. Per Dievo žodį. Больной человек. Sergantis žmogus. Может увидеть
себя здоровым. Gali pamatyti save sveiką. И когда я говорю о воображении, ir kai aš kalbu apie vaizduotę, это не просто, когда ты один раз представил и забыл. Tai ne šiaip sau, kad tu vieną kartą ten pastau pasirodė kažkas ir tu pamiršai apie tai. Но преобладающая картина. Bet tai tiesiog užvaldantis paveikslas. Pažiūrėkite, Biblija говорит, бедный так говорит, я богат. Todėl Biblija ir sako, skurdžius tegul sako, aš turtingas. Slabai tai говорит, я силен. O silnas tegul sako, aš stiprus. Бог нас этому учит. Dievas mus to moko. Давайте и теперь возвратимся к Иезекииля 20, какая там была, 21. Иезекииля 21, с Гришкиной скилю там. Иезекииля 21, и мы прочитаем. Ir skaitysim. Прочитаем с 19 стиха. Nuo 19 eilutės. С 19. На 19. И ты, сын человеческий, представь себе две дороги. Ты же могу сунал, изобразил ту келюс, посмотри, порашита пожимек. 20 стих. Представь дорогу, по которой меч шел в Аврааму. Исай саку, изобразил келя. Курейса. Заметьте, Господь желает сделать определенные вещи. Supraskite, Dievas nori padaryti kai kuriuos dalykus. Ему нужен человек, который бы верил. Ir jam reikalingas žmogus, kuris tikėtų. В его слово. Jo žodžiu. И он говорит, начни представлять. Ir jisai sako, tu pradėk įsivaizduoti. Представь себе эти две дороги. Įsivaizduok du kelius. То есть представь то, о чем слово Божие говорит. Tai yra įsivaizduok tai, ką kalba Dievo žodis. Начни представлять себя в ином образе. Įsivaizduok save visai kitokiam pavidalė и благодарить Бога. Ir dėkok Dievui. Это очень важно. Tai labai svarbu. Итак, смотрите, вера есть ожидание. Žiūrėkite, tikėjimas tai yra viltis, laukimas. Вера это божественная сторона воображения. Tikėjimas tai yra dieviška vaizduotės pusė. Но есть страх, это дьявольская сторона воображения. Это и ра байми, и рта и ра вельнишка воиздуати спуси. Страх это тоже воображение. Байми, ты пати ра воиздуати. Это тоже ожидание того, чего нет еще. Это и ра ты пат лаукима стоку дар не ра. Вера есть ожидание, и страх есть ожидание. Ir tikėjimas yra laukimas, ir baimė yra laukimas. И как я уже сказал, что так же, как Бог. Ir kaip aš sakiau, kad taip kaip Dievas. Также и дьявол. Taip ir velnas. Желает использовать мысли человека. Jie nori panaudoti žmogaus mintis. Правильное воображение будет созидать и благословлять твою жизнь. Teisinga vaizduotė, jinai tave stiprins ir statydins. Неправильное воображение. O neteisinga vaizduotė. Будет разрушать. Jį griaus. Твою жизнь. Tavo gyvenimą. Через страх. Per baimę. Я недавно был в одной церкви. Аж не с ней был в одной бажничей. Мне 47 лет. Man 47 metai. У меня хорошее зрение. Аж турю гера, гера сахис, гера регейма. Но вот так получилось. Bet taip gavosi. Что мы ехали долго. Kad mes ilgai važiavom. И вечером мы были там в одной церкви, это было в Латвии. Ir mes buvom vakare Latvijoje, в одной бажничей. И освещение было не очень. Ir nelabai koks apšvietimas buvo. А я когда ехал, o aš kai važiavau, я как бы просто так пребывал в таком ожидании. Aš buvau tokiam vidiniam laukime. Но не было у меня конкретной проповеди. Bet konkretaus pamokslo aš neturėjau. И я подумал. Ir aš pagalvojau. Я думаю, когда будет прославление, kai bus šlovinimas, Господь что-то даст мне, о чем говорить. Man duos apie ką kalbėti. Ну и у меня был конспект. Aš turėjau konspektą. Библия. Библия. И я думаю, я посмотрю также конспект. И я думаю, я же пожалею конспекта. И не знаю, что в тот момент произошло. И я не знаю, что сидит в тот момент. Но когда я открыл конспект, там все расплывалось. Но когда я отсилечил так конспекта, там мне все исцелило. Я реально, я не мог понять, что там написано. И реально я не могла понять и смотреть, что там написано. И я так немножко разволновался вначале. И я сначала так все съявдено. Потом доверился Господу. А потом постикил Вешпачу. Вышел. И хорошо отпроповедовал. И герой помог словом. Но на следующий день. Bet kita diena. Там продолжались эти собрания. Ten tęsėsi tie susirinkimai. Я стоял и говорил. Aš stovėjau ir kalbėjau. Ну, на собрании стоял. Там susirinkime, kai stovėjau. Я говорю, Господь, дай мне обетование. Viešpatie, duok man pažadą.
обетование, что и мое зрение будет хорошим. Pažada, kad mano regėjimas bus geras. Знаете, у Бога есть обетование на все случаи жизни. Žinote, Dievas turi pažadus visiem gyvenimo atvejam. Я сейчас расскажу это, но расскажу еще одно. Aš šitą dabaigsiu pasakoti ir dar vieną dalyką noriu jums papasakoti. Это было давно, в 90-х годах. Tai buvo seniai, 90-ais metais. Я решил поехать на собрание Бенихина в Киев. Aš susiruošiau važiuoti į susirinkimą Бенихино, kai jis buvo Kijeve. Это было очень жаркое лето. Tai buvo labai karšta vasara. Я сел в поезд. Aš sėdau į traukinį. И ехал в один город, в Брестской области, к своему другу. Ir važiavau į vieną miestą Брянскую обскрытие по своему Брянскую обскрытие по своему друга. И оттуда должны были мы были ехать на машине в Киев. Ir iš tenais mes turėjom su mašina žiūrėti į Kijevą. А к нему я ехал на поезде. O pas jį aš važiavau traukiniu. Знаете, бывшие советские люди, они почему-то всегда открывают все форточки поезда. Žinote, tarybiniai žmonės, jie kažkodėl tai traukinyje atidaro visas orlaidas, visus langus, tuos viršutinius. Я реально всю ночь не мог спать. Ir aš visą naktį negalėjau miegoti. Это просто было такое ощущение, как будто бы я где-то в середине огромных вентиляторов. Toks buvo jausmas, tarsi aš didžiulių ventiliatorių viduje. И знаете, я такой замученный приехал. Ir aš atvažiavau toksai visas išsikankinęs. И мы сели в машину, поехали в Киев. Mes sėdome į mašiną ir išvažiavome į Kijevą. Это был такой жаркий день. Ir tai buvo tokia karšta diena. Кондиционеры у нас были только советские. Кондиционеры были только тарибиней. Знаете советские кондиционеры? А что это тарибинус кондиционерус? Это 4 на 80. Только 4 на 80. Открываешь 4 окна. Atidarai keturis langus. И едешь 80 км в час. Ir važiuoji 80 км per valandą. Я уже приехал, я замученный был. Aš jau atvažiavau išsikankinęs. И вечером собрали на стадионе. Ir vakare susirinkimą stadione. И стадион, знаете, стадион. Ir žinote, stadionas. А почему-то они решили для пасторов сделать места в середине стадиона. Ir kažkodėl pastoriams jie nusprendė vietas padaryti stadiono vidury. Прямо там, где это огромное солнце. Ten, kur ta saulė. И там уже тень даже под вечер, а тут такое солнце, и я сижу... Слушайте, что за трибуна, я уже шеяли с вакаринес, ой, это нас там центре саули. И я сижу, и я чувствую, что я получил солнечный удар. А сейчас я чувствую, как аж говорил саули смуги. Мне было так плохо. Мне было бы плохо. Просто плохо. Тесё плохо. Там стояли несколько машин скорой помощи. Ten stovėjo keletas greitosios pagalbos mašinų. И у меня даже была мысль подойти туда. Ir aš neturėjau mintį, kad eiti pas juos. Но я знал, что на трибунах несколько человек с нашей церкви тоже приехало. Это же новая трибуна, сей ракета, это же мой муж бажничас. Я думаю, наверное, нехорошо будет, если их пастор. И разговариваю, пусть благо, я говорю, пастор. Они бы меня, конечно, не увидели. Я говорю, будто меня если бы не буду мать. Ну, знаете, такое было воображение тоже. Это что-то только вездоте было. Что вот они, их пастор на служении самого Бенихина идет в скорую помощь. Как ее пастор с перпатес Бенихина Тарнарма Эйна Игорь, тоже с погалом с автомобилем. Поэтому я туда не пошел. Ты делаешь, что не ел? Я начал молиться, говорю, Господь, у тебя есть обетование против солнечного удара. Господи, ты тури пажада преж саули смуги. И Господь напомнил мне. И где вас ван примени? Псалом, что солнце не поразит тебя днем. Псалми, как саули не поднукает тебя с дня на день с дня. Я начал молиться этим псалмом. И что псалма проделал вместе с? И за несколько минут полностью мое состояние изменилось. Ir per keletą minučių mano savijauta visiškai pasikeitė. Господь верит. Viešpats ištikimas. Так вот на том служении я молился, говорю, Господь, вот, чтобы зрение у меня было. Tame tarnavime aš meldžiausi Viešpatie, kad mano regėjimas būtų. И Господь дал мне слово. Ir Dievas davė man žodį. Из книги Иисуса Навина. Iš Jozuės knygos. Когда Халев пришел к Иисусу Навину. Kai Kalebas atėjo pas Jozuę. И сказал. Ir pasakė. Мне уже 80 лет. Man 80 metų. Но я в полной силе. Bet aš esu pilnas jėgų. И мое зрение также остро. Ir mano regėjimas taip pat aštrus. Я думаю, слава Господу. Ir aš galvoju, ačiū tau Viešpatie. И когда я вышел проповедовать, я немножко об этом рассказал. Ir kai aš išėjau pamokslauti, aš truputį apie tai papasakojau. И после служения ко мне подошла одна женщина. Ir po tarnavimo prie manęs priėjo moteris. И она говорит, спасибо, это было слово для меня. Ir jinai pasakė, ačiū, tai buvo žodis man. Ей 45 лет. Ей 45 metai. Но у нее была уже доминирующая картина, как плохо ей будет в старости. Bet jie jau turėjo tokią, jai viešpatavo jos mintyse paveikslas, kaip jai bus bloga senatvėje. Понимаете, страх работает так. Suprantat, baimė taip veikia. Ты здоров. Tu sveikas. У тебя все нормально. Ir pas tave viskas yra gerai. Но у тебя, но ты думаешь, что ты заболеешь. Bet tu galvoji, kad tu susirgsi. Друзья,
Это не страх, он нереален на самом деле. Brangieji, baimė nėra reali iš tikrųjų. Но некоторые люди на самом деле заболели из-за того, что они думали о том, что они заболели. Bet kai kurie žmonės susirgo būtent todėl, kad jie galvojo, jog susirgs. Никогда не думай, что ты согрешишь. Никогда не думай, что ты нудинялся. Никогда не думай, что ты заболеешь. И никогда не думай, что ты сусирксе. Никогда не представляй себе картину. И никогда не себе издох твоего повеяйского. Разрушающую картину будущего. Курис грял на того атеди. Например, тебе 50 лет. Павежи, тау 50 лет. У вас здесь лестница такая красивая, да? Че пас ус токи лифты гражус. И вдруг тебе дьявол рисует картину. Ir staiga tau velnis piešia paveikslą. Но вот в 70 лет я, наверное, буду на кресле каталки ездить. 70 metų aš važinėsiu invalido vežimėliu. Как я заеду на эту лестницу? Tai kaip aš išvažiuosiu tais laiptais? Не подумали хорошую лестницу? Nesugalvojau gerus laiptus padaryti. Ты не будешь на кресле каталки. Tu nesėdėsi tam invalido vežimėliu. Не будешь. Nesėdėsi. Но у тебя такая картина. Bet pas tave galvoju toks paveikslas. Церкви нет любви. Bažnyčio nėra meilės. Все на собрании. Visi susirinkime. Уже пол собрания прошло. Я проехал пусть susirinkimo. А ты только проехал пол пролета. О, тут а ты проваживаешь. И никто тебе не помогает. И никак стал не падать. И ты крутишь эти колеса. И ты суки тус ратус. Понимаете? А в это время ты хот-дог ешь, у тебя все нормально. О, то мы тут увалгай, да, до шрайни, с тобой все сир герой. Война идет за слово Божье. Карас вихтает для его шочу. Вот. Amen. Ты сидишь здесь, ты сиди че? На собрании, susirinkime. Но в духе, возможно, в воображении ты уже пол ремонта за сегодняшнее служение, пол ремонта у тебя дома сделал. Ты своего воиздотеля по себе на мосе торнадо моменту я уподарил пусть ремонту. Все подкрасил. Виска нудожей. Все помыл. Виска шпловей. А некоторые уже умудрились и в отпуск съездить. О, кай курил и сегодня много, а то остову швачуете. У нас тут начало марта. Посмоскова прыча. Прохладно. Шалтока. А они в Египте прохлаждаются. Ое, Египте весинаси. Сидя здесь на собрании. Че, сидедами, торнавами. Иди как воображение вот работает. Матут кип веке воиздоти. Держи воображение. Лыкик воиздоти. Слово Божье. Деву жоджу ремосе. Вы дома можете посмотреть, мы сейчас не будем открывать. Юс гарит пожить на менес, мы с добр не сидим. В третьем царстве 19 главе истории. Перма королев с 19 скирюс. Смотрите, пророк Илия, он имел огромную победу. Элиас, сей турил мельчинишка пергаля. Но Изавель, бет Изабели, колдунья, его рагана, она хотела нанести ему ущерб. Еней норею, а есть, ну, сужейся, не что я носполи. И она посылает гонца, который говорит, что она его убьет. Ir jinai siunčia žygūną, kuris skelbia, kad jį užmuš. Мне кажется, если кто-то хочет кого-то убить, он никогда не посылает конца. Man atrodo, kad jeigu žmogus nori užmušti kitą žmogų, jis niekad nesiunčia pasiuntinio pranešti, kad nori užmušti. А почему она послала конца? O kodėl jinai pasiuntė tą pasiuntinį? Потому что дьявол ничего не мог сделать. Nes velnis nieko negalėjo padaryti. Если Илья не испугается. Jeigu Илья не išsigas. Так же дьявол тебе дает эти мысли. Ir taip velnis tau duoda mintis. Тебе приходят мысли, страшные мысли. Тау атейна бейсос ментис. Почему они тебе приходят? Ир кодель йос атейна. Если бы дьявол мог нанести тебе ущерб, он нанес бы тебе ущерб. Яйгу вельнес галету тау подарите ностоли, еси подариту. Но он не может, если ты не допустишь эти мысли, Бет не поверишь. Бет ес нагали, яйгу ту саву ментиса не лейси ем ты подарите. Больной, который хочет исцеления, он должен начать видеть себя исцеленным. Ligonis, kuris nori gauti išgydymą, jis turi pradėti matyti save sveiką. Иначе двигаться, как исцеленный. Ir judėti taip, kaip sveikas. Иисус говорил, Jėzus sakė, встань и ходи. Стоп и рейк. Недавно на одном собрании я помолился за людей. Visai neseniai vienam tarnavime aš pasimeldžiau žmones. И там была одна женщина, у нее что-то здесь болело в спине. Ir jinai, ten buvo tokia moteris, jai kažkas nugaroj skaudėjo. Я помолился, я говорю, прошла боль? Она говорит, нет. И аж посимеджер клаузу про ее космос, она сказала не. Я говорю, начните двигать так руками. А с тобой пройдет юдин транкас. И она обиделась на меня. И она от меня сушпико. И просто обиженно ушла от меня. И тесек, но ее на меня списа супикуси. Как это я буду двигать руками, если боль, если боль еще есть? Ты вообще юдин цюранкас, я говорю, рада с космос. Потому что некоторые люди, они видят себя все равно больными, они не верят в молитву. И рожмонис, куре, висек мату с религонис, на сей нетики молда. Ты должен определиться, что я выйду, на меня возложат руки. То ты принял спрендима, а еще если он понял, что здесь ранкас. И я возвращаюсь здоровым. И лишь сейкас. Или может быть ты лично по своей вере получаешь исцеление. И кто пагал сау тикей магал не изгидима. И может быть еще есть симптомы. И колбуда и рати симптомы. Но конечно вопрос. Бет клаусимас.
Вера – это не внушение. Tikėjimas tai ne įtaiga. Jei tu jauti, kad tau reikia nueiti pas gydytoją, tai tada geriau eik pas gydytoją. Что есть по вере? Kas yra pagal tikėjimą? По вере – это когда ты не осуждаешь себя в том, что избираешь. Pagal tikėjimą – tai yra, kai tu neteisi savęs už tai, ką tu pasirinkai. Чуть больше года назад одна сестра ко мне в церкви подошла, чтобы я помолился за нее. Truputį daugiau kaip prieš metus prie manęs bažnyčioje priėjo viena sesuo prašyti pasimelsti. Она себя очень плохо чувствовала. Ji labai blogai jautėsi. Я помолился. Aš pasimeldžiau. И через неделю она попала в больницу. Ir po savaitės ji pateko į ligoninę. И у нее обнаружили онкологию. Ir pas ją rado onkologiją. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь. Aš nežinau, galbūt aš klystu. Но насколько я понимаю, что опухоль была около 10 килограмм. Bet aš supratau, kad auglys buvo kažkur apie 10 kg. Может быть, это не сама опухоль, может быть, еще что-то там было, я не знаю. Galbūt tai ne tik pats auglys, bet ir kažkas dar aplinkui buvo tenai. И она позвонила мне. Ji man paskambino. Я начал молиться Господу и спрашивать. Aš pradėjau melstis Viešpačiui ir klausti. Господь, что я должен ей сказать? Viešpatie, ką aš turiu jai pasakyti? И мне пришло в сердце, что сказать. Ir man į širdį atėjo, ką turiu jai pasakyti. Я позвонил ей и сказал. Aš jai paskambinau ir pasakiau. Я говорю, я верю. Сказал, аж тикю. Что в тот момент, когда ты подходила? Как в тот момент, когда ты приедешь? Бог тебя исцелил. Дело с твоей жгиди. Но Господь допустил, чтобы ты попала в больницу. Bet Viešpats leido, kad tu patektum į ligoninę. Для того, чтобы врачи могли вытащить эту опухоль. Там, как гидитой галету ištraukti tą auglį. И она начала так верить. Ir jinai pradėjo taip tikėti. Я сделала операцию. Ей подали операцию. Перед операцией доктор ей сказал. Prieš operaciją gydytojas jai pasakė. Операция очень будет сложная. Операция будет сudėtinga. Попрощайся с родными. Atsisveikink su artimaisiais. Она мне звонит и спрашивает, пастор, прощаться мне с родными? Jinai man skambina ir sako, pastoriu, ar man atsisveikint su savo artimaisiais? Я говорю, ни в коем случае. Aš jai sakau, ne, jokių būdų. Ты исцелена. Tu išgydyta. Они вырезали эту опухоль. Jie išpjovė tą auglį. Взяли анализ. Paėmė tyrimus. Который показал, что это онкология. Курьер породи, как это и была онкология. И врач ей сказал. И гидитес ей посаки. Несмотря на то, что мы вырезали. Не жюрин тай, как мы сишпьовим. И если она не пройдет химиотерапию, нет никаких шансов. Ей бы не пройдет химиотерапию, если нет шансов. Она позвонила мне и сказала. Ей поскаби норман посаки. Спросила. Ей поклауси. Пастор, проходите эту терапию. Ар эйте манчета терапия, пастору. Я говорю, как хочешь, это не имеет значения никакого. Aš jai sakau, daryk kaip nori, nes tai neturi jokios reikšmės. Я говорю, сделай по вере. Aš jai sakau, tu daryk pagal tikėjimą. Ты все равно исцелена. Tu vis tiek esi išgydyta. Я говорю, просто выбери такое решение, чтобы ты не осуждала себя за то, что выберешь. Aš jai sakau, tiesiog priimk tą sprendimą, kurio tu paskui neteisi savęs, kad jį priėmė. Потому что если ты решишь не делать эту терапию. Nes jeigu tu priimsi sprendimą nedaryti chemoterapijos. Будь готова к тому, что придет дьявол. Бог посерожусь там, когда тебе свельнес. И начнет тебе говорить твой разум. И пройдет стал кальбеть и того прота. Что ты наделала? Как ты подарей? А если ты согласишься на терапию? У него тут стык с этой терапией. Тоже придет дьявол. Ты пата ты свельнес. И скажет, у тебя нет веры. И Иисус посаки, что не отрить и гей его. Поэтому говорю, прими решение то, как ты хочешь. Todėl priimk sprendimą tokį, kokį tu nori. Но чтобы ты не осуждала себя за то, что ты избрала. Bet kad tu po to neteistum ir nesmerktum savęs už tai, ką tu pasirinkai. Она решила пройти эту терапию. Ir jinai priėmė sprendimą praeiti tą terapiją. Но получилось так. Bet gavosi taip. Что она не смогла ее пройти. Kad ji negalėjo jos praeiti. Один раз она туда пришла. Ji nuėjo ten vieną kartą. И после этого все анализы как бы хорошие, а какой-то там анализ пищи показывает, что нельзя, может быть, терапию. Ir visi, žodžiu, tyrimai buvo geri, bet kepenų tyrimas parodė, kad tos terapijos jai daugiau negalima duoti. И так она и не прошла. Ir jinai jos nepraėjo. И вот прошло уже больше года. Ir štai jau praėjo daugiau kaip metai. Она сдала несколько анализов. Ji davė keletą kartų tyrimus. И анализы абсолютно отличные, идеальные. Ir tie tyrimai yra idealūs. И недавно звонила мне и говорит. Ir jinai man paskambino ir sako. И она говорит, что она здорово полностью, но жалеет, что прошла терапию. А что согласилась на терапию? Или она и сако, а сейчас увидишь, если как ты гайлюсь, как сутикал той терапии. Я говорю, стоп, остановись. И раз я сказал, стоп. Мы договорились, ты себя не будешь осуждать. Мы сказали, сусытарим, как ты совес не тейси. За то, что ты выбрала. Уж ты, как ты посерикай. Потому что, когда ты что-то делаешь в осуждении, дьявол ворует и разрушает твою веру. Нес тогда, когда ты дарай кашка посмерки мя,
velnas pavogė ir griauna tavo tikėjimą. Jeigu tu tiki, kad Dievas tave išgydys per tabletes, jeigu tu tiki, kad Dievas tave išgydys per tabletes, благодари за это Бога. Dėkok už tai Dievui. И действуй по мере веры. Ir elgis pagal tikėjimą. А если ты веришь, что Господь тебя так исцелит, o jeigu tu tiki, kad Dievas tave ir taip gali išgydyti, то определись, каким путем. Tai tada apsispręsk, kokiu keliu. Через твою молитву. Per maldą. Через чтение слова. Per žodžio skaitymą. Или кто-то возложит на тебя руки. Ar kažkas uždės ant tavęs rankas. Каким образом? Kokiu būdu? Мы видим это в Библии очень четко. Mes labai aiškiai tai matom Biblijoje. Иисус ходил на уровень веры людей. Jėzus vaikščiojo žmonių tikėjimo lygmenį. Один человек говорит, только скажи слово, и выздоровеет мой слуга. Vienas žmogus pasakė, tu tik pasakyk žodį ir mano tarnas pasveiks. А женщина говорила, если коснусь. O moteris pasakė, jeigu prisiliesiu. А кто-то просил, чтобы возложили руки. O kažkas prašė, kad uždėtų rankas. Поэтому, если ты по вере принимаешь исцеление, определись, каким образом ты принимаешь и прими. Todėl, jeigu tu pagal tikėjimą priimi išgydymą, tada apsispręs, kokiu būdu ir priimk tai. Но возвращаемся к Илии. Mes grįžim prie Elijo. Изабель прислала посланца. Изабель отсюнтее пасюнтини. И сказала, что она его убьет. Ир пасает, как на ее уж муж. И здесь сказано, смотрите, увидев это, он встал и начал убегать, чтобы спасти свою жизнь. Ир чей пасакита, как помадя пасюнтини, исай отсекели и продею бегти, как изгельбите саму гвиде. Увидев это. Помадя стей. Как это можно было увидеть? Кейп было гальма поматите тей. Только в воображении. Tik vaizduotėje. Он уже видел картину. Jis matė paveikslą. Поражение. Tą sunaikinimo paveikslą. И он убежал. Ir jis pabėgo. И он даже ушел из своего служения. Ir jis netgi iš tarnavimo pasitraukė. Поэтому контролируй свое воображение. Todėl kontroliuok savo vaizduotę. Контролируй свое воображение. Kontroliuok savo vaizduotę. И никогда не представляй себя больным. Ir niekada sau neįsivaizduok tų dalykų. А если приходит мысль, что ты заболеешь? O jeigu tau ateina mintis, kad tu susirgsi? Говорит, дьяволы разрушают твою ложь. Sakyk, šėtone, aš griaunu tavo melą. Я благословен. Aš palaimintas. Я здоров. Aš sveikas. И я буду здоров. Ir aš būsiu sveikas. Некоторые, знаете, дьявол другую дал мысль. Kitiems velnias davė kitą mintį. А как же ты умрешь, если ты будешь здоров? O kaip tu mirsi, jei būsi sveikas? Господь усмотрит. Viešpats jau prižiūrės tai. Амен. Амен. Мы скоро будем молиться. Mes tuoj melsimės. Еще несколько месяцев Библии. Ir keletas dar rašto vietų. Давайте посмотрим Евангелие от Луки 21 главу. Луко 21. С 25 стиха. Но 25 стиха. Послушайте внимательно. Идемия поклусите. Вы еще можете немножко? Юз дар как бы не галит. Послушайте внимательно. Клуси где идемия. С 25 стиха. Но 25 стиха. И будут знамения в солнце и луне и звездах и на земле уныние народов и недоумение. И море вошумит и возмутится. Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje blaškysis sielvarto slėgiamos tautos, jūrai baisiai šniokščiant ir šėlstant. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Žmonės sustings iš baimės, laukdami to, kas turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sudrebintos. Заметьте, люди будут издыхать даже не от болезни. Žiūrėj, atkreipti dėmesį, žmonės sustings ar dūsaus ne dėl lygų, bet nuo baimės. Врач ставит диагноз человеку. Gydytojas diagnozę žmogui pasako. И человека охватывает страх. Ir žmogų apninka baimė. Потому что он где-то услышал, что шансов нет. Kad jis išgirdo kažkur, kad nėra šansų. И страх убивает человека. Ir būtent baimė užmuša žmogų. Вот эти люди будут издыхать от страха и ожидания. Šitie žmonės, jie dus nuo baimės ir laukimo. Ожидание чего? Laukimo ko? Грядущих бедствий. Artėjančių negandų. Так же, как Богу необходимо обетование дать тебе. Taip kaip Dievui yra būtina duoti tau pažadus. Так же и дьявол. Taip ir velnias. Он не может нанести ущерб даже земле, если не найдутся люди, которые будут ему верить. Jis negali netgi žemėj padaryti žalos, jeigu neras žmonių, kurie priims tas mintis. Поэтому иногда мы видим в Фейсбуке, даже верующие посты такие делают. Нет, то дело, мы с картой смотрим в Фейсбуке, а не тикентеи это и дару.
Я вот думаю. Аж головою. Я люблю верующих. Почему они иногда думают? Аж мирю тикинчуюсь, сбалтать с головою. Кой я головой? Вот три последних года я читал каждую осень такие пророчества, которые верующие выставляют. Паскутинюс три метус аж скричал токиас пронашистас, курес идедаво тикинтерия. Эта наступающая зима будет самая холодная за последнюю за всю историю метеонаблюдений. Эта зима будет спатище шальчевсе пер виса речкес метеорологиус история. Я вот думаю, эти синоптики за день иногда ошибаются. Аж головою, что эти синоптики, я карты себе на день аквиста. Это знаете, как приглашение синоптика на работу. Ты что, так та синоптика квести дарба. На литовский манер мы сейчас делаем. Мы сподалися в литовском манере. Представьте такое объявление. И себе вдовец кельбима. Приглашается синоптик на работу. Квечама синоптика си дарба. Зарплата 500 евро, но ощущается как 1200. Отлигинимас 500 евро, бет яускитес кеп гаудамас 1200. Вот это что-то такое, знаете. Тай буду кашкас токио. Вот у них всегда тоже так. Минус 3, но ощущается минус 20. Visada taip. Samai холодная зима. Bet jaučia minus 20. Pati šalčiausia žiema. Я не знаю, как тут у вас, но у нас в Беларуси это было три самых теплых зимы. Аж не жалко, пас юз, бет пас мус Балдарусию было три паскутинес пачу шальчиausios žiemos. Поэтому не верь во все эти вещи. Тогда не тикей, visai стоит далекайс. Почему опасно ходить гадалка? Kodėl pavojinga eiti pas ateities spėjikas, pas būrėjas? Astroprognozę čitati. Arba astrologijas prognozę skaityti. Ja prosto pačitau, ja nevėjau. Aš tiesiog paskaitau, bet aš netikiu. Daži v rūkį nebėri. Neimk net į rankas. Čia kai jod gadalki? Žmogus eina pas tą burtininkę. И она ему пророчествует от дьявола. И она ему пронашаует от новельню. И он начинает бояться и ожидать. И начинает бьёти и лаукти. Или человек сновидение видит. Арба жмогус мату сапна. Не все сновидения от Бога. Не все сапны, но дьявол. Если тебе приходит сновидение, которое разрушительное. Ейку поставя дейна сапна, скурис гряуна. В духе почувствуй. Двасуй поёуск. Скорее всего, это не от Бога. И кричався ты не из дьявол. Кто понимает, о чем я говорю? Кас супранта пекаш колбо. Очень часто люди сами разрушают свою жизнь, потому что они живут в каких-то, знаете, вот этих воображениях. Даже на пати сау сугрял на гивенима, не сие гивена сау и сивы издавимыс. Каких-то ожиданиях неправильного. Я лаукя кашоку не тисиму далеку. Но Бог желает помочь человеку. Бедевас нори подейте жмогу. Насколько Бог может помочь человеку? И кем девас гали подейте жмогу? Настолько, насколько человек позволит Богу через свою веру. Лиги тех, как жмогус лейс девой пер саво тикеема. И дьявол приходит и говорит, в твоей жизни нет Бога. И вельнес один раз так, у того гвенима не ра дьявол. Такая сложная ситуация. Токе суветинга ситуация. Вы знаете, мы читаем в Бытие. Жоте мы скитоме праджу с книгой. Что земля была безвидна и пуста. Каджеми было тущей, вы повидало. Тьма над бездной. И там саверш бедугнес. Кажется, хуже не придумаешь. И ратроду нера блогел кассу голоти. Мало того, что тьма. Не ганака там са. Да еще и бездна. Бедарь бедугни. Кажется, бездна, все. Ну бедугни, вискас. Но Дух Божий. Бедево твасе. Носился. И на скланди вершвандану. И мы иногда думаем, что там нет Бога. И мы с головой, там нера дьявол. Там столько греха. Там тик ноди мест. Там есть Бог. Там не рад дьявол. Но нечто необходимо, чтобы помочь человеку. Bet kai kas būtina, kad žmogui padėti. И написано, что земля была безвидна. Ir parašyta, kad žemė buvo be pavidalo. Это мое личное откровение. Tai mano asmeninis apreiškimas. Вы можете его забыть. Jūs jį galite ir pamiršti. Но однажды, когда я прочитал это местописание, вдруг обратил внимание. Bet kai aš skaičiau šitą rašto vietą, aš atkreipiau dėmesį. Что земля была. Kad žemė buvo. Но она была безвидна. Ее было бы повидало. То есть ее физическими глазами невозможно было видеть. Да и вещи, как физическими всякими сью с небо гальма помотите. Но в разуме Бога она была. Бед и дьявол протеи, но и было. И Дух Святой там носился. И шатой двасет от скланди. Но ничего не происходило, пока Бог не сказал слово. Бед не явико неко, кол дьявос не посаки жоджу. Слова не что-то доставляют. Жмонис жоджи, я кашка отнеша. Написано, говорите так, чтобы слова доставляли благодать. Parašyta, kalbėkite taip, kad žodžiai neštų palaiminimą. Все, что ты говоришь, эти слова что-то доставляют. Ir viską, ką tu kalbi, šitie žodžiai neša. Говоришь о проблемах, проблемы слова твои доставляют. Tu kalbi apie problemas, ir tavo žodžiai šitas problemas stiprina ir atneša. Поэтому даже если твоя ситуация, тебе кажется, что там тьма.
Ir netgi jeigu tavo situacija atrodo absoliuti tamsa, начни говорить слово. Pradėk kalbėti žodį. И сказано, и увидел Бог, что земля и свет и так далее. Ir yra parašyta, kad Dievas pamatė, kad žemė ir dangus, kad visa tai yra. Вы помните историю про женщину, которая 12 лет была с кровотечением? Jūs prisimenate istoriją apie moterį, kuri 12 metų sirgo kraujoplūdžiu. И написано, что она была в таком плохом состоянии, в худшем, чем была до того, как она начала лечиться. И там написано, что ее состояние было лучше, чем тогда, когда она только начала лечиться. Но Библия говорит, она услышала об Иисусе. Но Библия говорит, что она услышала об Иисусе. И она начала говорить сама в себе. И она начала говорить сама в себе. Сама в себе. Саво виду ей пройдет. Она начала так думать. Ей мастите. Если только коснусь. Я его тик полезю. Я выздоровею. Аж посвейксю. Новый образ. Новый вайздас. У нас нет времени, чтобы открывать, но вы дома можете посмотреть. Якова 1 глава 23-25 стих. 2 Коринфянам 3:18. Там сказано, что Слово Божье как зеркало. Там написано, что Его жодис как вейдродис. Ты скажешь, как мне этот новый образ? Ты скажешь, как мне помогать из этого новое имя, новое повеяние? Слово Божье как зеркало. Dievo žodis kaip paveikslas. Написано, как зеркало, как зеркало, которое ты рассматриваешь природу, ищет ты своего лица. Kaip veidrodis, kuriame tu apžiūrai savo natūralias veido bruožus. Но ты отошел и тотчас забыл, каков. Bet tu pasitraukai nuo veidrodžio ir tu pamiršai, koks tu buvai. А кто из вас, вот вы сейчас, у вас зеркала ни у кого сейчас нету, да? Neturit niekas dabar veidrodėlio. Кто помнит, как вы выглядите? Kas prisimena, kaip jūs atrodot? Вы можете представить, как вы выглядите? Ar jūs galite įsivaizduoti, kaip jūs atrodot? Почему? Kodėl? Потому что вы так часто смотрели в зеркало. Todėl, kad jūs dažnai žiūrėjote į veidrodį. Потому что мы видим на самом деле разумом. Mes iš tikrųjų matom tai savo protu. Ты часто смотрел в зеркало. Tu dažnai žiūrėjai į veidrodį. И ты знаешь, как ты выглядишь. Ir tu žinai, kaip tu atrodai. Так же из Библии. Taip pat ir Biblija. Ты читаешь, что ты благословен. Tu skaitai, kad tu palaimintas. Ты исцелен. Tu išgydytas. Бог тебя любит. Dievas tave myli. Но потом ты отошел и ты забыл. Bet tu pasitraukai ir užmiršai. Но когда ты вновь и вновь обращаешься, bet kai tu vėl ir vėl kreipiesi ten, žiūri, ты начинаешь себя видеть так, как Бог тебя видит. Tu pradedi matyti save taip, kaip tave mato Dievas. И Библия говорит. Ir Biblija sako. Во 2 Коринфянам 3:18, что? Antras Korintiečiams 3:18. Когда мы взираем на славу Господню. Kai mes žiūrim į Viešpaties šlovę. Мы преображаемся в тот же образ. Mes keičiamės į tą patį pavidalą. Преображаемся в тот же образ. Mes keičiamės į tą patį pavidalą. От славы в славу. Iš šlovės į šlovę. Во Второзаконии 8 главе, если можно, можно играть. Pakartotų įstatymo antras skyrius. Там сказано, знай в сердце твоем. Ten parašyta, kad žinok savo širdyje. Там говорится про пустыню. Ten kalbama apie dykumą. Они идут по пустыне. Jie eina per dykumą. Так все трудно. Taip viskas sunku. Но Бог говорит, знай в сердце твоем, жінок саво сердіє, в своем воображении, саво вайздотіє, что Бог тебя ведет в землю добрую, kad Dievas тебе веде і гера земе, где будет изобилие, kur bus pilnatvė, благословение, palaiminimas. И если они, идя в пустыне, не видели бы этот образ земли, они бы не смотрели туда. Ir jeigu jie, eidami per dykumą, nebūtų matę to paveikslo, jie nebūtų galėję įeiti. Поэтому Господь сказал, todėl Viešpats pasakė, знай в своем сердце, жінок саво сердіє, что Господь Бог твой, kad Viešpats tavo Dievas, никогда тебя не оставит, jis niekada tavęs nepaliks, и Он ведет тебя в землю добрую, ir jis veda tave į gerą žemę. И я провозглашаю сейчас для кого-то, ir aš kažkam tai dabar skelbiu, что план дьявола для твоей жизни разрушен, kad planas velnio į tavo gyvenimui yra sugriautas. И то, что дьявол хотел. Ir tai, ko norėjo velnas. И он давал тебе мысли. Ir jis tau siuntė mintis. И он давал тебе страх. Ir jis tau siuntė baimę. И это сейчас говорю для кого-то. Ir aš kažkam tai sakau. И ты начинал уже верить в это. Ir tu jau pradėjai tikėti tuo. И ты начинал беспокоиться. Ir tu pradėjai jaudintis. И Господь говорит тебе сегодня. Ir Viešpats tau šiandien sako. Что он разрушает этот страх. Jis griauna šitą baimę. Этого не будет. То не bus.
но будет то, что Господь установил. Bet bus tai, ką viešpats nusprendė. И будет то, что Господь провозгласил для твоей жизни. Ir bus tai, ką viešpats paskelbė į tavo gyvenimą. И Господь говорит тебе, что ты будешь благословлен. Ir Dievas tau sako, kad tu būsi palaimintas. И Он даст тебе победу. Ir jis tau duos pergalę. И ты должен делать шаги веры. Ir tu turi daryti tikėjimo žingsnius. Последнее местописание будем молиться. Paskutinė rašto vieta, mes melsimės. Евреям 11 глава. Жидамс, арба Евраимс, Венолика. С 13 стиха. Но 13 стиха. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе. Я все мире тикедами, дар не гадая пожадету далеку, бете штоло юас регедами, было и ситикиня ейс. Они странствовали с Богом. Я вообще с Богом. И некоторые из них так и не смогли наследовать обетование в полной мере. Kai kurie iš jų taip ir negalėjo, nepaveldėjo tų pilnatvės pažadų. Но в своем воображении. Bet savo vaizduotėj. Они радовались. Jie džiaugėsi. И видели себя в этой полноте. Ir matė save toj pilnatvėj. Ибо те, которые так говорят, показывают, что ищут отечество, то есть будущего отечества. Ir tie, kurie taip iš kalba išpažįsta, jie sako, kad jie žemėje yra svečiai ir keleiviai. Ir kurie taip kalba, sako, kad ieško tėvynės. Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Jeigu jie būtų minėję aną, iš kurios iškeliavo, jie būtų turėję laiko sugrįžti atgal. Мысли определяют, куда ты идешь. Mintys apsprendžia, kur tu eini. Или ты идешь вперед. Arba tu eini pirmin. Но Библия говорит, что если бы они имели в мысли про то отечество, из которого вышли, про то, откуда они вышли. Sako, kad jeigu jie būtų turėję savo mintysą, tą tėvynę, iš kurios išėjo, то что-то бы в духовном мире сработало. Tai būtų kažkas suveikę dvasiniam pasaulyje. И они бы возвратились. Ir jie būtų grįžę atgal. Как израильтяне не говорили, там в Египте чеснок и тыква. Kaip izraeliečiai kalbėjo, ten Egipte česnakai ir putpelės, ну, maistas. И они не смогли войти. Ir jie negalėjo įeiti. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Bet jie veržėsi, jie siekė geresnės tėvynės, tai yra dangiškosios. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Todėl Dievas nesigėdė vadintis jų Dievu, juk Jis paruošė jiems miestą. 20 стих. Верой в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Tikėjimu Izaokas palaimino ateičiai Jokūbą ir Ezavą. Верой в будущее. Tikėjimu ateitimi. Верой в будущее. Tikėjimu ateitimi. Господь, мы благодарим Тебя. Давайте мы сейчас встанем. Pasimelskime.